Здарова всем. Вот, решил потестить немножко Age of Wonders 4. Да, в детстве я был очень таким любителем стратегии. В свое время много проиграл в Command and Conquer, Tiberium Wars. Red Alert тоже немножко пошпиливал. Залипал, ну, типа, Warcraft, это и все. Можно даже не рассказывать. Ну и тут попалась мне... Не обращал внимания вот на третью часть, а тут четвертая выходит, решил узнать, что и к чему. И как оказывается, что среднее между цивилизацией и с элементами героев. То есть такая сборная соляночка. Я до этого потестил предыдущую часть, третью, так как она в подписке была. И мне немножко понравилось, конечно. И я вот решил затестить четвертую. Ну и как видите по названию стрима, то мы с вами будем играть за крыс. Да, сейчас создадим свою фракцию. У меня пантеон называется пси-собаки, но ладно. Как видите, тут есть человек, эльф, орк, гном, полурослик, гоблин, лениц какой. Ну, кошаки, типа, каджиты. Крыса, жаба и крот. Ну, смотрим. На крыс. 30... Эффект какой у нас? На 30 сложнее поразить дистанционными атаками. То есть, они так привержены на близкие атаки, короче. Так. Дальний бой будет хорош. Ну, типа, они на дальний бой хороши будут. Ну и тактика подавления. 20% вероятность критического удара, если воин стоит рядом с дружественным воином, также владеющий тактикой подавления. То есть, если мои войска, короче, будут стоять кучкой, то у них будет повышенный шанс крита. Довольно-таки неплохо. Я выбираю. Культура. Культура. Какие у нас феода? Так, кстати, какие? Какая? Нет, не феода. Подожди. О, описание появилось. Строгая иерархия. Так, какие плюсы? Сооружения приносят пищу. Воины получают способность единый строй, дающий преимущество в тесном строю. Это очень мега полезно, я так понимаю, для, вот, для крыс. Вот, так как у них там тоже есть бонус к ближестоящим союзным войскам. Но посмотрим дальше. Высокоразвитое общество, стремящееся к гармонии во всем. Неинтересно. Варвар. Народ, который превыше всего ценит агрессивную войну. Сооружение приносит вещи, очки и наема. Воины ближнего боя получают способность первобытно наносящий дополнительный урон при первом ударе в бою. Ритуал рвения. Производство. Это типа каста строителей. Тьма. Суровая и жестокая цивилизация, где сильнее, сильные и безжалостные угнетают слабых. Тут такая мы. И мистик. Культура мудрецов и ученых, жаждущих изучить самые отдаленные уголки. Вот тут шкурки крыс нравятся в тьме, так что будет у нас тьма. Социальные особенности. Этот народ стремится к мирному сотрудничеству, однако в случае необходимости может постоять за себя. Не особо. Избранные объединители не особо империалисты. Не жажду славы в своей страны и стремится к развитию городов. Ну, не знаю, короче. Приверженцы добра. Неинтересно, беспощадно. А что у нас там вообще из... Плодовитые массы, там тоже крысы. Их сила в огромной численности и невероятной плодовитости населения. Для прироста населения город требует на 10% меньше пищи. Воины первого ранга получают уровень плюс 1. Воины требуют на 20% меньше содержания, кроме воинов магического происхождения. Древние мудрецы. Так, эти создания появились, когда мир был очень юн, в погоне за магическими знаниями они не на протяжении долгих эпох совершенствовали свой разум. Проводники маны, охотники, а ну, тут есть какие-то... О, вот так вот.
Обитатели теней. Служители зла. А ну подожди-ка. Империя опять к авторитету. К уровню при максимальном уровне злого мировоззрения. Не, нам надо как-то обитатели теней. Так. Милые шпионы. Они с легкостью проникают в вражеский тыл и возвращаются с ценными сведениями. Так. Чары странника действуют постоянно и не требуют задержания. В начале игры. Давайте могучие призыватели. Они, короче, будут у нас боевыми магами. Короче, крысы маги будут вообще. Интересно. Давай. А, еще с нас. Так, магический при. Так, и. О, они у нас могу читать. Надо так сделать, чтобы нам это все. Войны магического происхождения. А давайте-ка. Одаренный волшебник, так, заклин. Во, одаренные волшебники. О. Так, армия плененных. Смотрим. Особые обряды позволяют изготавливать их. Их можно создавать в город, используя это костяной голем. Армия плененных душ. К воинам, выбранным вражеской армии, на следующей битве применяется эффект плененная душа. Огонь душ. Выбранный вражеский воин получает 10 урона от холода и 10 урона от огня. Вражеский воин поблизости получает 50. Так, пленители душ. С базовой вероятностью 90% применяют с базовыми атаками эффект плененная душа, позволяющая получить больше побив. Так, ё-моё, это переполнение. Так, дружественные воины в радиусе одной клетки получают дополнительная сила, избавляются от всех отрицательных эффектов. Уа, огонь душ. Блин, даже честно, у меня глаза разбегаются. Даже не костяной голем. Атака натиском поглотить труп. Боевой дух средний. А давайте огонь душ будем магии кастовать. Короче, мы же все-таки маги. Не, король-волшебник. Да. Так, город получает 10 доходу маны. С 5 к очки глобальных заклинаний, очки боевых заклинаний за каждый уровень короля-волшебника. Сражение. Короли-волшебники обладают способностью концентрации потоков. Естественно. О! Подожди. Правитель получает. Посох духа, способ восстановления нет. Есть магическое искусство, способ ездовое животное. Ну, так. А можно ему там имя выбрать? Алло. Это наш, короче, герб выбираем, да? Окей. Куда? Подожди. Ё, надо как что-то позловещее. О! Это крысы или кто? Нет, ну что похоже на крыс. А ё-моё, забодали. Че он у меня постоянно перескакивает? Бороды мне не надо. И смотрим. Ладно, пусть так будет. Мира молнии. Подожди-ка.
Правитель. Тело. Физический облик. Ё-моё. Ты ж крыс, алё. Ладно, ты крыс. Смотри, тут, короче... Так, тип тела. У нас будет какой? Толстый или... А, типа, я все, тупанул. Это тип тела, это я понял. Это мужской, женский пол. Ладно, будешь мужским полом, так. Телосложение у нас... Я буду худенький. Длина рук. Чуть не покороче, длина ног. О, высокий. Так, цвет кожи. У меня крыса буш черная. Да. Украшение на коже. Там что раньше было? Пойдет. Поза. А как-то... Утовская. Какой-то... Не, что не подходит. О, вот это пойдет поза такая. Так, голова. О, вот самая настоящая крысиная голова. Вот это. Сразу видно, что крыса. Так, что у нас? Цвет глаз. А, нет, прическа. О. У тебя же нету прически. Насрать, короче. Брови, борода. Ну, пойдет, короче. Цвет волос. О. А снизу? Это откуда? Снизу это откуда? Не вижу. Ладно. Черное. Костюм. О. Мне вот этот понравился. Сейчас, секунду. Во. Такой. Шлем. Ну не. А, вот тебе твоя башка. Ух ты, ё-моё. О, у меня вот это пойдет, такой крыс такой, плащ, смотрим плащ. Такие должны быть жуткие, жуткий какой-то плащ должен быть. А, вот так. О, топчик. Не, ну все черная никана. Ладно, было желтое, пусть типа золотое будет. Народ. Не, народ должен быть такой большой. Не, ну это жирный получается. Длина ног пусть повыше будет. Цвет кожи воинов. Должно похоже быть, не? Цвет волос. Цвет доспехов воина. Тип скакунов. Не-не. Кони, это банально. Кабаны, короче, волки. Это вообще непонятно. Кони-то. Пони, ё-мо, это вообще круто. Не, давайте. Крысы типа. Это кот какой-то, не? Похоже, ну, пусть будет так. Далее.
Так, я знаю, как тебя назвать. Ты сплинтер, блин. Хотя не, банально. Ладно, пусть будешь сплинтером, короче. По-любому, каждый, кто выбрал крысов, короче, назвался этот учитель. Не хватает только черепашков. Ладно, как тебя назвать? Властные грызуны. А ну подожди сейчас, что нам предложат. Ничего, значит. Сейчас придумаем. Так, а титул какой? Повелитель теней, может быть. Властные грызуны. Ладно, назову их крысалы, короче. Не знаю, ну так будет. Народ крысалы. А, это, короче, я так понял, начальная первая такая карта для познания. Но мы с вами сейчас начнем движуху. Блин, надо было наоборот. Учитель спринтер. Так, в мире появился новый правитель. Исследуйте окружающие земли и расширяйте свои владения. Готовьтесь к сразиться с соперниками за власть над миром. Ваши решения определяют будущее эпохи чудес. Книга душ, крысалы, крыс, тьма, быстрые рефлексы, могучие призыватели, тактика подавления, одаренные волшебники. Начальная магия. А мы ж брали. А ледяная кова еще? Это баф, короче. Ледяная кова, выбранный вражеский воин. И еще один в радиусе 2 клик. Получает 14 урона. Скорость снижена. Вот это стоимость подороже, но оно такое мощнее, короче. Эй, алло. Понятно. Ну и чё? Не могу, да? А, всё. A new age of wonders dawns. Ладно, всё понятно. Take some time to look around and familiarize yourself with your new surroundings. Ладно. You can open the encyclopedia to find information about various units. Так, пропустить. Всё, не хочу я. You have selected an army. Так, у нас армия. Погнали. Давайте проверим наших воинов. Так. Не, ну, ручной режим битвы, давайте. Я хочу проверить, как оно будет. И сейчас посмотрим уже уменьшу иконку, чтобы она не мешала. Или передвину. Так, давай. Да, спасибо, спасибо. Так, шут. Защитная позиция, да? Что это у нас такие, блин? Черный ворон. Противник. Ну, призрачный ястреб. Говорящие с природом. Одаренные гномы, воин поддержки. Что у меня есть? Так, мой ход. Подожди. Так, я на верхом, да? Волшебная стрела, 90. Так, и быстрый укол. Надо магию качать. Чего у него так? А ну-ка.
Достаю. Черный ворон недосягаемости. Обидно. Ладно, давайте тогда мы с вами перейдем. Спасибо, бляха. Не хочу я. Блин, надо отключить эти... Отключите подставки, подсказки эти бесят. Переходи. А, стоп, мы почти. Еще надо. Спасибо. Ух, блин, начинаешь душить. Две штуки, 80%. Давайте, попробуем. Угу. Спасибо, магические, так, ослабляющие снаряды. Угу. И проклятие рассечения. 24 урона, а тут 8. Что-то неплохо. Это надо поближе. Окей, мы подходим сюда. Есть, тактика подавления работает. Но я могу только ослабление поставить. Давай. А, в недосягаемости. Та, ёханый бабай, это что ж такое? Ладно, я не двигаться не могу. Ладно. Спасибо. Так, это у нас воины, да? Темный воитель. Сюда. This is a scout unit, which is weak and best kept out of battle. If forced to fight, its high speed and range. Ладно. Так, сюда нельзя. Становись сюда. И мы с вами не достреливаем ни хера, да? Не достреливаем, ладно. Так, а что это у нас за цветы такие? Цветы вонючки. Угу, окей. Мы сделаем вот сюда поближе. И станем в защиту. Так же само ты сюда. Защита. Благодарю. Ranged unit сюда. Еще маги, да? Ладно, пусть сюда. Ждем. Нападай. Угу. Your spells are now ready to be cast. Благодарю. Так, и как мне тут? Угу. Так, смотрим. У нас поблизости есть... Эти дудички, короче. Так, выбираем своего. Спасибо большое. Ух, как оно меня бесит. 44. Так, удар рукопашный. Сейчас мы его, короче... Это меня ага, вот это надо гасить. Так, а как мне выбрать заклинание? Алло. Так, смотрим. Угу. Двадцать, да? Так, я могу себя тоже хануть. Подожди. О!
Мысли неподходящая цель. А, чисто в этого. Блин, надо подумать. Давайте еще жахнем тогда ледяные оковы. Я жахну вот этого. Не, невыгодно. Невыгодно, невыгодно. То есть он может... Ну, вдруг опашку давай. Погнали. Спасибо, я знаю, знаю, знаю. Стрельба. Мы убиваем сходу. 30. О. Так, 8. Один ход, перезарядка. А ну-ка, давайте как раз затестим. Ты? Да? Ладно. Давай сюда. Бабах. Шикарненько. Ну и все, типа, волшебные стрелы. Вкусно. Не достаешь, да? И тут уже не хватает. Ладно. Атака. Your unit just attacked an enemy from back. Спасибо, спасибо, я в курсе. Вот так вот. А, 30. Ну, вайл. Промах. О, ну хоть раз попали. Конец хода. Ну что, бывает. Так, сплинтер. Так, ты можешь идти. Идешь сюда. Угу. 40%, да? Ладно, давай. Что не до конца, но... Добивайте уже. Блин, надо привыкнуть к управлению, к этому всему. Получи на! Так. Нам надо, короче, сделать одну такую очень важную вещь. Где тут мы? Не то. Где-то есть эти. Дарный воин, боевой мах. Короче. А, вот разведчик. Точно. Давай-ка мы их. Автоисследование. Вот, все правильно. Иди расследуй. Автоисследуй. Кому там требуется указание? Угу. Забираем. А, так. Мое и так есть. Ладно. Владелец страж мародерс. Не. Не дойду. Ладно.
enables you to learn new spells and acquire new units. The culture and tome you have chosen for your faction determine the initial skills you can unlock through arcane research. Прикольно. Это не. Вражеские воины в радиусе одной клетки получают пробитая защита, пробитое сопротивление и слабость. А, дальность обзора на глобальных картах. Действует на воинов следующего типа. Разведчик. Разведчики. Один в армии. Боевые маги, воины поддержки, воины поддержки. Пленитель, так. Тоже неплохо, блин, вот это тоже. Давайте, короче, вот это. Дебафать будем противников, короче, и... маслать. Your empire will research the skill over time using your knowledge income. Once the research is completed, you will choose between... Не торопитесь, осмотрите все вокруг и ознакомьтесь с окружающей местностью. Спасибо. Золотая жила, вижу. Спасибо, спасибо. Все? Не? Блин, как же ж эту херню убрать? Вы выбрали один из своих городов. Так, ладно. И... 5 доходу знания, 5 доходу к золоту. Если тут волшебство, 15 доходу знания. Давай еще склад, чтоб хавчик был. Ладно, потом посмотрим. Понеслась. You have encountered a resource node. They provide additional yield to the province they are located in. Окей. Nodes are often occupied by marauders. To claim the node and destroy it. Бля, я отключу это говно, короче. Настройки. Только советы. И все, мне хватит. Обучение мне не надо. Так, давай, нападем сюда. Ручной режим. Укрытие. Растительности. Прикольно. Раньше ж типа вот тут как-то можно было за камнями прятаться. Сейчас типа в растительности. Ладно. Сюда. Стрелки. Сюда. Мах поближе. Так, один мах сюда. И воин сюда. Защитная позиция. Понеслась. Так, и они тоже в защитной позиции. Значит, мы что сделаем? Мы в них чем-то кастанем. Даже не знаю.
Они близко стоят между собой, то можем им огонь душ. Давай жахнем огонь душ. И вот так вот выбираем. И твоих котслит неплохо. А ну-ка. Вкусно. А, стоп, это типа не считается ходом? Круто. Защитная позиция. Ладно, тупанул, но ничего. Такое может быть в недосягаемости. Ага, у него уязвимость для холода. Кастуем. Тоже не достаешь, да? Ага, мешают наши. Бывает. Их. А давайте сейчас протестим еще. Сфера огненной дуги и 75. Принять награду. Если сохранюсь. И я хочу поставить режим для этого графики, а не производительности. Ну-ка, сейчас. Применить. Ну, по сути, я не особо вижу разницу. Так. Посмотрим нашего. Так. Снаряга. Сравнить. Так, волшебные. 6 и 12. Лишний бой тоже одинаково. Ну, в принципе, сфера огненной дуги, она чуть-чуть получше. Чуть-чуть. То есть, если по мере слабость, короче, будет прощупывать. Так, ну. О, как хорошо, красиво выглядит. Просто тут такая ситуация получается, что если у противника хоть какая-то будет слабость какой-то стихии, там сильнее ударит. По сути, если даже сопротивление будет какое-то там плюс-минус, на то оно и выйдет. По крайней мере, я так думаю. Смотрим дальше, что тут есть еще. Навыки героев. Ага, на 5-м левеле откроется. Ух ты, ё-моё. Короче, тут можно... тут красота просто. Ладно. И куда мы тут с вами пойдем? Думаю, захватить вот это. Так, какую мы провинцию объединим? Пастбище тут есть. Тут можно лесопилку построить. Тут у нас вода. Залежи железа, золотая жила. Золотая тоже нам нужно. Тут будет приз, прирост. Вот здесь получше будет тут. Тут луга и скалы, тут много чего есть. Это возьмем. А рудник, доход. Еще дополнительно 5. Давайте тогда сделаем вот так. Пастбище. И мы возьмем. Ну, плюс еще будет лесопилка. 15 хп. 12 это. Давайте вот так вот сделаем. Плюс-минус.
Еще да, лесопилку поставим. Так, конец хода. Сейчас я приду. Моментик. И у меня есть хорошее предложение. Мы переименуем город, короче. Да? Как мы тут можем переименовать? Можно? Да. Привлечь. Алло, я хочу... Понятно, это, короче. Так, надо... Ладно. Разберусь, короче, как разберусь. Я не... Немножко отличается управление от... Кристалл маны. Он охраняется. А кем? Слабень. Ладно, автобитва. Побеждает в битве. Отлично. Дальше. Вот тут какой-то городок. Надо... Ладно, идем сюда. А, тогда кончились. Какие-то... Так, построить сразу сооружение. О, часовня манны. Вот это мне надо. Так. Ага, ускорение производства за голду. Окей. И пищу тоже надо. Шпиль ужасов. Ух ты, мне нравится, как оно. Воин. У нас там по... Нанять разведчика. Окей, давайте. Мы наймем разведчика. Скелет. Стрелок. Задница. Это у нас разведчик. Ну, наймем. Не хочу я, чтобы оно быстро... О, сведения. О, изменить название города. Дыра. Вот так вот пойдет, короче. Дыра. О, четко. О, правитель получил новый уровень. Так, бег. На один ход дает 8 качкам. Движение воротлив, уклонение и стремительность. Военное дело. 10 наносимого в ближнем бою требует защита. Истребление слабых. Наносит на 20% больше урона воинам под воздействием эффекта слабость. Атакуя воинов под воздействием эффекта слабость, воин один раз в ход получает способность регенерация. Класс. Удача на 3. Убив другого воина. Боевая магия. Молния, энергетический поток. Магические атаки получают 8 урона до конца следующего года. Один раз за битву. Это баф. И поддержка у нас. Магическое искусство. Первого уровня. Это хорошо.
Энергетический поток. Вот так и понял. Ну, блин, ну, еще не так. Что у нас удача дает? Вау! Высокий боевой дух повышает. Окей. Слабость, надеюсь, может суммироваться. И регенерация. Довольно-таки неплохо. Ну, думаю, стой, слабость можно с помощью магов на это наложить и атаковать. Истребление слабых пойдет. Вот так вот. Истребление слабых. Вау. Общие настройки. Подожди-ка. А что сюда? Может, вверху что-то мне нравится. Так. Общие настройки. Так, простое мореходство, раскопки. Я тут ничего не могу. Так, точно как-то. А. О, понял, короче. Смотрим. У нас приверженность хаоса. Так. Извлечение знаний. Дает знания. Плюс 50 за каждый уровень героя. Поверженных в бою. Хорош. Ладно. У меня больше ничего нету, да? Ничего не могу сделать. Ладно. Тут какие-то знания. Хранилище свитков. Награды. Фиолета. Принять. А что ты умеешь? Фиолета. Кто ты вообще такая? Воин поддержки. Боевой дух. Средний огненный взрыв. Цветущая жизнь. Неплохо. Ладно. Анька, ты тут? Так, напасть на вражескую армию. Нехилый такой заруб. Ладно. Да ямба. Идем, короче, заберем вот эти знания. Так. Так, воин поддержки. Поддержки, да? Ладно. И соединись-ка ты к этим разведчикам. Угу. Пленители душ. Ага. Чары для воинов. С базы вертак. Ага. Ну да. К воинам, выбранной вражеской армии, до следующей битвы применяется эффект плененная душа. Чары странника. Заклинание, которое на время своего действия дает бонус к определенному типу воин. Это чары для воинов. Так. Подожди. Чары странник. Воины под действием чар получают очень высокую очень высокая скорость. Действуют воинов следующего типа. Разведчики. Общие исследования. Костяной. Особые обряды позволяют изготавливать их, можно создавать в город, используя душа или соединение двух скелетов в единое существо. Давайте, да, скелетов будем. Теперь можно скелетов будем создавать, короче, и потом клепать из них големов. Это будет интересно. Ладно. Пока у нас тут... Требуется. Встреча с осторожным правителем урочища знамений.
испуганно смотрит на вас. Класс. Угу. Вручите его один из своих шепчущих камней, чтобы начать переговоры. Его благосклонность к вам со временем будет расти. А, ну-ка побеседовать с этим смертным. А передать шепчущий камень. Угу. Так, вы можете улучшить отношения и повысить уровень благосклонности на половину значения необходимости для этого достижения дипломатического статуса. 30. Ага. Не. Пока что мы в нейтральной. Ага, потом торговля. Подожди-ка. Ладно. А ты сюда. Ну и что-то начало расширяться возле меня, паскуда. Ладно. Вот у нас получается спокойная битва. Что ты не можешь? Или можешь? Имена сомнения. Опутанный раб и его свита жутко таращится на ваших воинов пустыми глазами. Угу. Пусть спокойно растут. Не, пора подрезать эти заросли. Угу. Нифига себе. Не, режем нахрен. Ручной. Мы отрабатываем злую, как говорится, манеры. Манеры у нас злые, так что... Уа. Так. Опять у нас тут заросли эти, да? А, стоим на месте. Ну все, вафла. Угу. О, 80%. Видите, уязвимость для огня и сопротивление к молнии. На. Кастуй. Хорошо. Очень даже хорошо. Так. Вы давайте сюда. Тактика подавления и слабость на давай. Гаси. А если с натиском пойдет? Не достают лучники наши. Тут достанет 30%. Ой, херня, ладно, не попадут. А не, попали. Еще и крит. И хрена себе. Да. А 50%. Да. Не, слушай, эти воины классные. Пока что. На них еще регенерация действует. Ну все, ответ. Еще, блин, регенерация действует ослаб. Да. Хорошая тема. Так, что мне дали? Так, доступен новый навык развития империи. Заклинание.
Так. Так. Чтоб нас не, нам не забрали, короче, голду. Вот так вот. Рудник. Угу. Так, что у нас есть? У нас еще пока мы ничего не можем. А ну-ка, а тут что? Разве что библиотека воинов, да? Угу. Круто. Раньше, блин, в предыдущей игре было, в третьей части, то можно было еще кидать шмотки на воинов. Ну, типа, в смысле, на твоих, в армию, типа, усилять. Так. Стой пока. Пленитель душ. Как на действующих войн, так и на тех, которые будут созданы в будущем, увеличивают стоимость содержания выбранных. Могут быть в любой момент отменены заклинания. Простое мореходство. Позволяет воин грузиться на корабли и пересекать на них водные преграды. Воины со способностью летающие и парящие могут летать над водой. Ну ладно. Пусть будет. Бля, не-не-не-не. Не хватает. Ладно. Блин, я зря только... Сука, бля. Бля, сука. Ж надо было так лохануться. Я думаю, в эту игру, короче, мы с вами только сейчас поиграем, а потом я буду вне стрима играть. Если вы, конечно, вам это нравится, то буду поигрывать ее на стриме. Но для вас это будет скучная игра. Сюда. Ничего не могу, да? Садница. Ты... у нас, короче, алло, идешь в разведку. Костяной голем у нас уже есть, то есть можем... А, клеймо ярости. Воины, не являющиеся слугами тьмы, получают способность истребления слабых, увеличивающий урон против врагов с отрицательным. Чё? Клеймо ярости, чары для воинов, тьма. Действие воин с пикой, воины, так, застрельщики, боец, бойцы, ударный воин со щитом. Это у нас... Как? Разведка. Гибельное проклятие. Угу, вроде все наклеит. Вражеские войны. Давай вот это, все-таки гибельное проклятие. И, короче, противник, который рядом, будет слабость. А кому по тем, которые будем бить по противнику, то будем еще регениться. Это... Твои карты? Вау, тут еще подземелье есть. Крутяк. Что мы сделаем? Лесопилочка. Давай-ка ты в эту сторону прогуляешься. Нет, в эту сторону прогуляешься. Пошел. О, 76 голды мы забрали. Прослышав о ваших переговорах с Вороником, фермеры из урочища знамений обратились к вам с просьбой. Так, мы очень любим нашего мудреца, говорит их правитель. Мы хотели бы
сказать в его честь новый фрукт. Волшебный плод, буквально тающий во рту. Он станет чудесным подарком для Антака. Угу. Я потеряю 100 маны. Угу. Эти 100 маны буду копить хрен знает сколько. Лучше пусть приходите вы. Угу. Вот лучше пусть они будут приходить, короче. Вот так вот. Учите. Так, провинцию надо. Так, у нас тут залежи железа. Да? Надо будет потом вот этих завоевать. Давайте мы сделаем так, чтобы они в нашу сторону не расширялись, не? Все-таки опасно. Хотя, не-не, все-таки нам надо стратегически важные ресурсы захватить. Угу. У меня там залежи, так, рудник, вот это пусть будет. Ладно. Требуется указание, а ну-ка, что у нас тут? Тишина. Временами судьба испытывает нас, посылая нам врагов. Искренне надеюсь, что вы не из их числа. Оу. Так. С отвращением приветствуют вас. Отношения минус... Угу. Угрозами. Подарками. Начать переговоры. У меня по голде. За один день, как говорится, отобью, то можно. Вручаем подарок. Угу. Ну, смотри-с. Угу, торговые сделки, да? У нее мана есть, да? У меня только золото и золото. Ладно. Ладно, короче. До встречи, йота. Угу. Так, это наши разведчики, да? Да. Что я могу строить? Нанять воина. Скелетонов. Сколько у меня там этих душ? Прироста душ нету. Надо, блин, построить, чтобы все-таки было что-то. Так. Костяной голем. А, могу сразу их создать. Или же объединить двух скелетов. Дешевле будет скелетов объединить, не? Их скелетов. Вооружение. Угу. Ой-ей-ей. Круто. Угу. А мана точно нужна. Угу. 15 к знаниям. Это чтобы мы быстрее... Алексей. Ну, 200 стоит, да? Давайте ману. Мана все-таки. Будем чаще кастовать. Или что? Я так не помню. Так.
Даем 10 к доходу производства. Производство это быстрее будем строить. Да? Давайте так, по чуть-чуть. Такое, чтоб подешевле. Угу. Ладно, потом посмотрим. Сколько будет стоить? Ладно. Так, наша. Немножко надо разведать местность. В смысле меня оскорбили? Так, решение конфликтов. Ладно. Какие договоры? Ну не. Что могу и подарить? Мне пока война, ну, не нужна. За 50, да? Ой, иди в сраку, короче. Че тебе должен буду давать ничего? Было и было, ну какая разница, ё-моё. Переговоры прошли успешно. Отличные новости. Продолжение. Ну, отлично. Вот он единственный толковый этот. О, еще голдишка. Подземный проход есть. О, вау. Требуется указание. Стоять на месте. А где-то крыса. Где она находится вообще? Угу. Вот где ты живешь, да? Ладно. Будем, короче, аккуратны. Не будем, короче, делать поспешных выводов. Будем охранять нашу территорию. Новый навык развития империи. Позволяет воинам раскопать землю в подземелье? Ни хрена себе. Подожди. Вот. Приверженность к астралу. Это надо. Стоимость содержания воинов магического происхождения снижается на 20%. О, да. О, да. Ладно. Копайте. Да. Ну-ну. Вау. Мы в подземелье. Ладно. Лагерь разбойников. Его тоже надо его загасить. Кстати, пойдем. Подвигайся в эту сторону. Ой, не спикай. На, ну, прикольно. Стоять. Пока стой на месте. Выбрать предмет магических исследований. Естественно. Ну да. Воинам, выбранным в райской армии, в следующей битве применяется эффект плененная душа. Клеймо ярости.
Армяне, блин. Ну давайте. Ладно. Воплощение. Для вражеской армии. Чары для воинов тьма. Тоже это мегадуш. Давайте вот это. Или это все-таки. Хрен с ним, это пусть будет. Напасть на вражескую армию. Здание костяного голема. А, ладно. Да. Ну, у меня очень мало. Не-не-не, пока не буду ничего делать. Мне надо, короче, чтобы души собирать. Так. Жаркая охота. Мудрец, так. Торжество приветствует вас. И еще неизвестный бонус. Охота на кабанов. Давайте. Поохотимся. Охота на кабанов происходит здесь. А я только туда пошел. Ладно. Возвращайся. Какие бандитов. Да. Вот тут же рядом чушка эта живет. Ладно. Теперь нас их двое. Ладно. Сюдой. Стоять. Угу. Ивра может провести еще одну провинцию, да? Вот нам надо вот эту. Залежи железа. Смотрим. 15 каменоломни. Мать. Угу. Для расширения границ надо больше хавчика. Опять новый навык развития империи. Да, вы... ага. Вот. Дает 20 очкам боевых заклинаний и к очкам глобальных заклинаний. О, магические резервы. Надо. Пусть будет. Ну-ну. Куда ты двигаешься, алло? Так, 485 слабовато. Но... надо будет как-то апнуть себе воинов. Угу. А ты что, указание требуется? Так. Не задалбывайте, алло. Форпост, а тут копать можно. Ну давай, копай. Нельзя раскопать, так как тут рудники, значит надо, чтобы там ничего не было, да? Ладно. Стоямба. Ага, мне вот сюда надо. Так, поставлю. Так, 120 слабые, короче, воины. Могу что-то построить.
Задница у нас. Стрелы звука 6. Темный воитель. Так, мне нужны маги. Воитель, да. Кстати, тоже надо. На. Это стрелок, загонщица 10, а всадница 6, да? Ладно, пока вот так вот я. Стоямба. Так, для создания заклинаний призыва воин. Ага, содержание воина 24, понятно. Воин нежити, создание заклинаний тени. Надо бы... Хорошо. Ну... Заклинание, развитие империи, клеймо ярости. И у нас по заклинанию. Ладно. Надо вепри, короче, загасить. Идем на охоту. Ну да. Башни дозорные. Стоимость 5 очков перемещения. Да не, стой. Смотри, ты, она провозглашает вражду между вами. Ты что, ты понимаешь, на что ты вообще этот... Незначительный баланс оправдания. Чужие поводы, ваши поводы. Так, подожди. Объявить оправданную войну. Она сама сейчас, ну, хочет, ну, можно будет. Мы пока собираем себе этих воинов. Хочет, пожалуйста. Мы так и сделаем. Встреча с враждебным правителем. Я уже в войне. Охренеть, мы уже в войне с ними. Это будет быстрая игра для меня. Ну, в смысле, минуснусь я, короче. Вот со всеми воевать. Ладно. Как там и быть. Вау. Давайте-ка ручной. Ручная битва. И смотри, сколько кабанов. Ладно. Я предлагаю встать в защитную стойку. Они сейчас к нам дойдут. Не. Я жахну сейчас кем-то. Так, вражеские воины в радиусе одной клетки получают пробитие, слабость. Смотри. Оф 7. Эти круглые этот, и они стали на. Слабость. Ай-яй-яй. Наверное, больно было, да? Что еще я сделаю? Угу.
Я смогу его атаковать? Далеко, да? Угу, если так. Плохо, да? Тут один останется, да? Сделаем так. Сюда. Вот сатенчик сходу. Жахаем. Регенератор хорошо работает. Минус. Пробитие. Ставим этих сразу. Цель недосягаемости, да? Идем сюда. Вот так вот. Тактика подавления. Достаем, да? Ладно. Маги идут. Ага, тут стрельба по прямой получается, да? Они станут здесь. И жахнут сюда. Конец хода. Ну, воинов нападают. Ай-яй-яй. Что, убьют? Да. Ох ты ж, бляха-муха. Ох ты ж, хрень, а. Ты смотри, какие нежирные эти кабаны. Ну, секунду. Огонь душ, мать вашу. Так. Бей. Могу только применить, чтобы... Так. И что, у меня кровотечение действует? Минус эти. Минус он кабанов. И у них еще реген. Смотрим, 90, 70, да? Вот этих ближайших. Угу. Можно только... Укрытие. 50, да? Ну, давай подснимем этих еще. Окей. И кровотечение, да? Так, сплинтер. Где? Этих можно минуснуть сходу, да? Ну, минусуем.
Ну. Так. Застрельщики. Если они начнут двигаться, то их коцнут. Не трогаем. Я тронул вот этих. Обидно, что воинов, конечно, загасили, но... Так. А получается, так, еще в дыре, а? И население дыры увеличится на одну. Угу. Мясо можете оставить, а вот шкуру я возьму себе. Я возьму себе голду. Получите щит чары, волшебные... Волшебные тиграны. Угу. Авторитет. И будем, давайте... Давайте, короче, расширим свою область. Буду. Так, КП. Стоять. Скелетончики. Так. И соединить провинцию. Угу. А вот думаю, как... Луга, тут лес. Урочище знамений тут есть, да? Давай возьмем. Население. У нас тут 57, да? Создаем костяного голема. Ямба. Еще одну провинцию. Отлично. Так. Ясно. Тут на... Чисто по хавке, да? Вот это давай. Ферму. Новый уровень получил. У, есть. Что мы можем? Энергетический поток. Это не. Это хорошо. О, вот это собиратель душ можно, кстати. И плененная душа. У нас счет. А из этих боевая магия. Мрачный жнец. Удача плюс 3. Стрельба из лука. Не, ну мы же с лука не стреляем. Эффект удачи. Угу. Интересно. Все-таки у нас мах. Да. Угу. Также другие воины до двух. Угу.
Повелитель молний. Прикольно. Боевая магия. А может, пальчик холода. Это потом. Для доступа надо изучить больше навыков в категории боевая магия. Хорошо. Я жахну себе сопротивление. Хотя... Блин, но не-не-не-не-не-не-не. Собиратель душ. Это возьму, наверное, собиратель душ. Стоп, у нас воин все-таки. Типа боевой мах будет. То мы сделаем. Блин, ну вот это будет, конечно, жестче. Вот это возьмем. Магия. У нас будет. Электрика херач тоже. Ну там сразу нескольких жахнет. Там надо полезное, короче. Полезная очень обилка. Цепь молний. Так. Угу. Я ее чаще. Что это такое? Сеньоров. Так, открою доступ к астральному хранителю. Блин, ни хера не понимаю, но очень интересно. Лишка. Возьмем. И залез к ним. Вестник неудач. О. Угу. Неизвестный бонус. Если крысалы знают, что поблизости завелись, будет бунт. Бонус. Представитель совета крысалы просит срочную аудиенцию. Ужасные вести, мой повелитель. Наши разведчики заметили целую армию об этих созданиях, говорится в легендах наших предков. Они несут смерть. Даже увидеть благословенную душу означает навлечь на себя 70 лет неудачи. Так. Один на 6 минут теряет 17. Стабильность. Гора после 16 на ней. Угу. Оставить панику. И они как раз вот тут рядом, да? Ладно. Надо воинов чуть добавить. Где ты? Или тон? Ему ярости. Книга защиты? Зачем мне? Так. Книга. На кожу выбранного народа наносит волшебные руны, которые даются. Против молнии, ну, холоду. Так, электрический, да. Способности поддержки воинов под действием чар дают выбранным воинам эффект усиления сопротивления. Угу. У нас метка неуязвимости. Угу. Давай. Защитные руны. А, стоп, подожди, я могу другую выбрать, подожди. Книга веры, верности, камня чар. Чарни, воплощений, книга защиты, книга орды. Ремонти. Зверей. Книга верности. Книга чара.
На физическом уровне. Так, дает начинающему маг эффективные дешевые заклинания. Книга воплощений. С базовой верностью 30 применить эффект не на эклин. Да. Призыватель. Поток молнии. Вау, вау. Книга воплощений возьмем. То, что это нам. Ну и призывательно, да. Бомб, короче, через. Вспышка, да. Получает электрический урон. Базовые атаки воинов под действием чар в ближнем бою. Действует на воинов следующего типа. Возьмем. It's tempestuous. Союзник, урочище знамение. Отлично, свободный город. Делиться наблюдениями. Свободный город разрешает строительство в провинциях, на которые претендует. Приносит два. Не знаю, что он. Так, свободный город будет помогать подкрепить в сражениях против мародеров и правитель, который находится в состоянии войны. Далее вассальный договор. Отлично. Нет. А торговля? Что он там торгует? Чем может торговать? Клевер. Уникальный глобальный эффект 100 к отношениям с правителем. 10. У меня маны мало. Каждый ход, да, платить? Давай. На 15 ходов пойдет. Пойдет. Подушный клевер, где он? Магический, так, еще кольцо. Что это за херня, блин, еще что-то новое добавили, ё-моё, тут разбираться и разбираться. Стрянка, радужный клевер, а, вот. Да, ладно. Да. Так, ты в этом. Ты пропускаешь. Нам надо воинов. Ага, работает, наверное. Отлично. И цех, и усиление. Хорошо. Новый навык развития империи. Строительство дорог. Воины могут строить дороги на глобальных картах. Режим строительства можно активировать на панели армия. Дорога будет прокладываться через клетки, по которым движется армия. Каждая клетка дороги стоит 3 золота. Расширенная увеличивает предел городов на 1 этот. 10 авторитета. Смотрим дальше, что у нас. Магия смерти дает заклинание за каждого погибшего в бою воина или убитого врага. Дает предмет могильный клинок. Что? Что это такое? О, как вкусно. Возьму. Ох, какая вкуснотища. Воин. У тебя есть там могильный клиночек?
У него, короче, снаряга есть, появилась. То есть в ближнем бою можно будет кого-то пырнуть ножичком, и этот... И он потом встанет как зомбяк. Круто, круто. Так, ну да. Требуется указание. Сюда. Забирай. 38. Сюда отойди. Вы будете защищать. И опять еще один навык развития империи. Ух ты. Всякий раз после изучения исследовательского навыка стоимость исследования другого случайного выбранного навыка снижается на 25%. Подожди-ка, я же еще не все выбрал. Например, хочу вот это, магия смерти. Так как будем гаситься, мы со всеми воюем, короче, так что надо повышать магию. По-другому никак. Наш хочет напасть на меня, да? Да, мы пока качаемся. И стоим. Так, у нас голда, да? Слушайте, мы можем за голду ускорение найма. Ты сюда. И стоять. Клинки молнии. Выбираем исследование. Поток молнии. Концентрация. Здесь будет. Да. Мне нужно. Очень нужно. Так, еще одну провинцию можем присоединить, да? Даже не знаю, какую. Будем в эту сторону расширяться. Лесопилка. Да. Ах ты, вот ты бегаешь, да? Подожди-ка. 380 и 26. А вы мне скажите, у нас состояние войны или нет? Конец хода, помощь, исследование, обзор. То есть обзор, дипломатия. У нас мы... в голде. Опасения. Красота. Ладно. Да, мы пока сделаем миссию. Эту. Стоямба. Так, мне это еще тут закрыть. Будет вообще четко. Радушный клевер, ну, получен, и шо, ну. Даже не знаю, как этим вообще пользоваться. Ну и быстрянка получена, окей. 80 маны, вот так. Вот так.
Две маны содержания такого воина. Наложить чары. Начинает переговоры. Так, начинает переговоры с урочным знамением. Когда свободный город становится вассалом, другие правители заключающие... Могут получить где-то так. Дипломатию. И паскуда. Покорный вассал через два хана. Ну и мы стрит, ведь ладно. Прошли успешно. Свободный город делится 30% своих доходов. Город делится со всеми своими магическими материалами. Город приносит так, цены на обычном уровне. Далее покорный вассал. Ах ты, паскуда! Вот я сейчас. Ладно. Выбираем, да. Угасающийся, так. Слушай о том, что вы якшаетесь с силами приверженцев, расходятся быстро. Группа ретивных паладинов дала священную клятву покончить с вами. Ладно, битва. Ну чё, они... нежеланные гости в моих мрачных владениях. Склепы простаивают без дела. Будут. Война все-таки. Теряет золото. Погнать. Автобитва. Беда. Так, вестники неудачи, последствия. После изгнания из ваших владений совет Крысалы вновь обращаются к вам. Чудесно, Спинтер, учитель. Просто замечательно. Мы сумели сдержать панику, вызванную появлением, и теперь все будет в порядке. Благодаря вам, разумеется, Крысалы непременно узнают об этом, об этой победе. Возможно, древние суеверия можно обратить на пользу нашему народу. Все, так, город вашей империи, так, где живут Крысалы, затрагивает один... Так, получает 20 очков стабильности. Получает авторитета. Производство закончится и закончится. Так вот сделаем. Да. Да. Армия потихоньку увеличивается. Так, построить сооружение. Короче, тут нам... Блин. Ритуальный мавзолей. Блин, тут только... Вот честно. Позиция лучника. Подземная лаборатория. Монетная. Магические укрепления. Да. Каменщик, 15 производству. Что мы еще клепанем? Ну, так, институт волшебства. Блиск маны. Нас к мане надо. Подземная лаборатория усилена.
50. Ну так, короче. Ну так. Раз и два демоны заход могут быть воскрешены у тюремной камеры. Могут быть казнены, могут быть. Только всякого интересного, блин. Все, что можно, да, поставить. Так. Зал приемов. 30 к доходу пищи требуется фермы 2. Пусть будет. Я вот только не помню, как захватывать, можно расширить, захватывать кого-то или что. Потому что здесь раньше можно, ну, в прошлой игре можно было... Ой, страшно. Это типа скелет, но уже страшно. Прикольно. Ага. Надо ману, короче, качать еще. Стоямба. Охраняйте все это. Ты идешь сюда. Угу. Выбираем исследование новое. Призыватель. Вот это хорошая тема. Да. Ярый странник. Разведчики. Пышка. Блин, ну. Ладно. А так, отлично, продолжаем. Что за сбор синера? Угу, отлично. Шикарные новости. Да, ё-моё, кто тебе угрожает, ё-моё, иди в сраку, живи там, я тебя не трогаю вообще, и ты меня не трогай. Дойдет до тебя очередь. И ко мне надо с этими, да, поговорить. Герой, да? 410, хитрый мародер, война. О. Так и сделаем. Так, а ты стоишь и охраняешь. Напасть на врага. Так. Как раз будет две миссии сразу. Вау, встреча с мистическим правителем Звездного Следа. Угу. Попробовать найти общий язык с этими исследователями мистическими таинствами. Прикольно, только мне нету шепчущего камня, да? Ладно, пока не трогаем. Эй. Не можешь ходить, ладно. Угу. Я шестой, и он шестой. Отлично, там будет стоять. Так, меньше. Так. Целительница, чар и чародейка.
Даже не знаю. На службу, хорошо. Призыв сеньора. Нанять в родном городе. Ага. Или то, или то. А, мне не хватает. Радейка. Ну да. О, кольцо регенерации. Неплохо. Так. Хорош. Вовремя как раз, вообще вовремя. Режим ручной битвы. Я не хочу потерять своих. Будем гасить маги. Стена щитов. Позиция. Ага. Окей. Чуем мы. Давай. Все. Атакуешь? Херач магии. Угу. Это надо. На их всех. Б. Вот так вот. И цепная молния. Ну и да, жирненькие такие. Надо хотя бы часть убить. Погнали. Пых-пых. Даешь, не? Все равно стрелять не можешь. Да ты что, гонишь? Промах. А, зато слабость наложил. Уже не смогу жахнуть, ладно. Тоже. Надо же так сделать, чтоб... А здесь дым. Ладно, сюда. Тихо, подавление. Ну-ну, дропай. Отхилил. Наверное, даже дебаф сбил. Оскорблен. Ладно. Ай-яй-яй. Больно. Минус. Тина щиту. Ай-яй-яй. Угу.
На отрегенерацию. Ладно. Хорошо. А, это типа без приказа они сами, короче, начали двигаться. Сука, ладно. А я магией пользоваться не могу. Шесть, 22. 50. Волшебные стрелы. И этого я убью. А если бы я использовал могильный клинок? Не подходит. Ну тут 10%. Давай, пробуем. Кожу жирный, паскуда. Надо убить по-любому. Yes. Yes, of course. Of course. Убьем еще этого тоже. Верочно. У нас получится минус 2 будет. Киллер, ебан. Вот козлина. Ай! И вот это сейчас голема тоже минуснут. Или лучника. Ух ты, как больно было. Так. Ты босс, ты нападай. О, не, они волшебными стрелами. Будет один удар только. Тоже один удар. Ага. Хорош. Вот этого. У него так слабость. Тоже может на этот. Но у нас воинов мало. Ладно. И жирные паскуды, а? Ладно. Загончится. Он меня минуснет. Я пойду. Он убьет меня, лучника убьет, паскуда. Да. Хорош. Вот это хорошо было.
кстати, точно нет. 20 будет, а тут 14. И на него-то он еще своих ас. Сюда. Угу. Это чисто на урон. А ну-ка. Можно что еще быть. Ледяная кова, то не подходит. Угу. Ладно. А нет, стой. Не хочу тратить души. Я лучше жахну. Вот так. Чтобы не бегали. Вон. Ай. Отлично. Угу. Минусуем. Yes, боевой дух повысили. Вот этого надо, чтобы они не га. И кританула. Ай-яй-яй, ай, хорошо. Ладно, стреляй. И слабость, надо. Вот это надо гасить, скуда. На. Хорош. Минусуй. О, дизмораль. Ну давай. Семь. Семь. И вот так вот. Минус. Да. Да. Но мы потеряли одну единицу воинов. Ух ты. О, 55 душ. Понятно, кто летов империалистов. Так, души. Знания. Заход. Давайте на этот вот сюда пойдем. Это, конечно, мы с вами дали жару. Я этого сейчас буду возвращать к себе. Угу. Так. Это на месте. Ага, у меня голды не хватает. Так, тут 12 урон, а тут... 16 урон натиском. Майнспика. Страшно еще. Колдунья. Уже голда. Икс. Мало духа бурь. Элементаль.
Базовые магические атаки воинов под действием чар наносят на 2000 урон. С базовой вероятностью 30% могут применить эффект на электризованных, наносящий длительный урон. Это есть. Поток молний тоже. Так, лучше. Концентрация электричества. Угу. Следующее. Не, прорицание у нас. Не разберихи, не. Книга усилий. Угу. Усиление разума. Выбранный дружественный город получает 20 крест знаний, минус 10 стабильности города, астральная кровь. Кровь, текущая в жилах выбранного народа, наполняется волшебством, дающей следующие способности. Гармония удачи повышает вероятность критического при использовании заклинаний. Молнии. Воины под действием чара получают способность буйства, увеличивающую наносимую при атаке урон. Ну-ка, новая астральная кровь. One of the more fascinating aspects of the arcane is that it can be turned back on itself. Взрыв молнии. Так, создает стационарную постройку, которая наносит врагам урон и увеличит урон от ваших заклинаний на 20%. Тоже неплохо. Это рекрут. Ага. Угу. Гармония, удача. Вау. Давайте астральная кровь. Угу, получил уровень. Так, смотрим. Угу, электрического урона. Подожди, а тут... Будь урон также эффект. Пробивная защита, слабость. Проклятие рассечения. Тактические заклинания наносят на 20 больше урона. Точность игнорирует до двух сопротивлений эффекта. Дальние чары — это дальность. Не, огонь не. Ну, мы через проклятие будем. Пробитая защита, пробитие сопротивления, слабость при эффекте на 3. О. И 24 урона. Но это на 3. Линия заклинаний. Возьмем вот это все-таки. Усилим то, что у нас есть. Управление молниями там это у нас 10. Ну, это будет 12. Точности. Думаю, блин, ну я, наверное, магическое искусство возьму. Тут будет увеличивается урон за это за счет пробития сопротивления и плюс точность 10%. Давай. Так. Ладно. Блин, ну надо. У нас по снаряжениям. Очень высокая скорость. Так, блин, надо будет как-то наклепать себе этих
шмоток хороших. Еще голда. Летай, летай. Привет, привет. Я давненько в чат не заглядывал. Вовремя как написал. Не, как Кирилл. Честно, нет у меня этот показатель онлайна, поэтому сижу, как говорится, и болтаю сам с собой. Чуть-чуть. Требуется указание. Так. У нас появилась какая-то заклинательница, и мы ее, короче, сопряжем с этими. Так, воинами, так. Ух. Блин, интересная такая стратежка. Мы сейчас немножко одного героя только немножко поклепали. Ага, кстати, нет. Это было задание. Напасть на вражескую армию. Значит, с кем у меня война, надо, короче, их загасить. И тут у нас обзор. Дипломатия, да? Так. Походу мы с ними. А, не, еще не. Ну, уже на грани, короче, войны. Ну, или вот эти коты. Да, выбрали путь этого тьмы, и тут все с нами сразу хотят воевать. Даже я еще ничего не сделал, они уже, короче, такие... Ух ты. Клеймо ярости. Воины, не являющиеся слугами, получают способность истребления слабых. Угу. Так. Что мы можем клепануть? Клепанем мы с вами концентрация электричества, да. Да, так как у нас тут боевые магии и магии поддержки есть, так. Больше урона было, помощнее были. Вот, наложить чары. У нас, короче, с вами эти крысы, у нас... Короче, играем за крыс, подлых крыс. Навык развития империи. Смотрим тут. Бьет шепчущий камень. О, надо. Но и призывает воин ранга. И подходит, что у нас здесь. Что мы можем вкачать? Всякий раз после изучения исследования навыка стоимость исследования другого случайно выбранного навыка снижается на 25% знаний. Фиксация и перетасовка навыков при исследовании стоит на 50% дешевле. Постройка городского сооружения. Да, с консоли, с PS5, короче, играю. И решил проверить, как оно. Управление довольно-таки интересное. Ну, у нас чисто в тьму, видишь? Вот это надо! Краденая сила. Завоевание города дает 200 к мане и 200 к знаниям. Хочу. Так. Как видишь, крысы тьмы. И город главный у них дыра. Ну, во главе Сплинтер. Учитель Сплинтер. Мировоззрение. С кем нам нейтралитет? Ваше мировоззрение на прежнее мировоззрение зло. Никак не влияет на отношения с другими правительствами. Только мир изменится в ту или иную сторону, это немедленно скажется на отношениях. Ну, потому что мы сейчас ни на кого не нападаем, поэтому нейтралитет. О, слушай, подожди-ка. Это у нас? Какое? Страж-мародер. И тут у них что-то есть, да? Вот сейчас почистим вот это. Хочется забрать. Так. И мы тут идем капитально во тьму. И плюс еще у нас магия такая, электричество, цепная молния и все такое. Так. Опа. Высокие ставки. В ходе переговоров мудрец Вольноклюв и Уручит Знамений предлагает вам сыграть в партию Волшебники и Короли с высокими ставками. Так. Победи. Угу. Снижается на 12. Получает 200. Не. Так, я теряю голду, но я получаю боль. Ага, все. Да, это жестко. Так, обмануть, так, с помощью волшебной иллюзии. Сила 4. 50% успеха.
Ладно, мы не хотим с ним терять, как говорится, расположение. Со всеми сдружился за тьму? Ни хрена себе. У меня просто изначально в зло я пошел. Ну, я и в зло качаюсь. Типа, я тут, у меня прирост манны, ну, типа, ну, заклинание за счет душ поверженных врагов. Так никак не получится ни с кем дружить. Так. Ладно, вот это пусть будет. Пусть он выиграет, но я, как говорится, потом присоединю его, этот, город к себе. Так, будем нападать. Ручной? Не хочу там. Не, игрушка такая интересная, но я думаю, что это не для стрима. Это мне позалипать вот так вот, чтобы подумать, помолчать, так, повоевать. Да, но не для стрима, но не могу, короче. Так. Стоямба. Сейчас мы сделаем так. Что у нас по мане? Очень мало маны. И мы сделаем ход. Сюда. Я не могу стрелять, да? Ладно. Мы сделаем броня. Ты стоишь тут, так как у меня мало хп. Ты подходишь сюда. А, ты в веру пошел, да? Прикольно. Не... Да, нежить, при... святая нежить. Прикольно, кстати, интересно. Интересно. Блин, ну... Даже... Аж так можно, но, блин, не как говорится, начиная со злого и закончить в добро, это прикольно. Ну, у меня, по сути, я всегда, начинаю играть, то выходит в добро, там, все, со всеми дружишь, всем помогаешь, там, это. Блин, ну, оно так задолбывает, оно так, временами неинтересно, но у меня оно так и получается. Так, ну, так, а давайте жахнем чем-то таким интересным. Цепная молния. Она очень слабая. Вот у меня, короче, у меня есть клинок, могильный клинок. Если я кого-то убью, то поднимают убитых врагов в форме зомби. Вот это класс. Бляха, ни хрена себе. За счет... Так, за счет того, что ты святой, то со, ага, со всеми сдружился. Да, башни... Банши, скелеты и темный туман. Это, блин, я не знаю, это как-то... Блин, а как... Святые мертвецы, прикольно. Ты как будто церковь поднял, блин, с могилы. Так. Электричеством гасит. Электричество и, короче, огонь. Так, и у меня есть еще... Ну вот боевые маги, они, конечно, жахают отлично. Есть у него, короче, еще такая штука, как проклятие рассечения. О-о-о. Ну, это 19. Ладно, будем стрелять. Вот так вот. Фейк. Еще один остался. Эти лучники такие слабенькие, я говорю, у меня, ну... Ну, видишь, по 8. Он не коцанный просто, поэтому тоже. Видишь. Слабовато. Ладно. Держа, уже добьем, чтобы они не этот... Не стреляли. Вот так. Из мораль есть? Нет, не знаю. Так, это... Самое главное, что это типа голем может пожирать трупы. То есть, это такое танчище просто. Так, защитная позиция. У меня вот, короче, есть заклинание еще интересно. Ну, ледяные оковы, огонь душ, переполнение. Типа, чтобы можно бафнуть кого-то. Видишь? Как раз вот заклинание, короче, усиление, все это за счет душ. Гибельное проклятие. Ну, ты, короче, всех проклинаешь, тоже классно, вообще.
как бы синергия была. Вешалась слабость, приговоры, там урон. И тьмой, и светом был. Просто так у тьмы проблема с порядком в городах. А книжки порядка очень сильно поднимают мораль в городе. Ну, скорее всего, да. Просто, ну, хочется попробовать чисто во тьму конкретную. Вот. Это, когда, ну, не знаю, смотрел обзор, то там, помню, что там есть такая ультимативная способность, что типа жахаешь и просто уничтожается карта этого. Гибельное проклятие, да. Вот. Да, он типа дебафает жестко. Он, и тем более, он, если кто-то кучкуется, то он там проклинает так, что, ну, если ты, у тебя нету херни, чтобы снять дебаф, то сразу тебе торба. Ладно, пусть ходит. У него боевой дух низкий. Так, урон. Ну все. Я что сделаю? Это не ты. Подходим сюда. И... А ну-ка, могильный клинок, да? Могу? А, чё? Ну, слабовато. У него... Ага, у него перезарядка еще. Ладно, обычным ударом. Да, кстати, регенерация от урона по врагу, это тоже, типа, это таймба, то есть у тебя может слабый быть воин, если его короче, не загасили за ход, то он отрегенится. Это круто. Так, вот этим жахнем сейчас. Посмотри, бах, слабость, пробитие сопротивления, пробитие защиты. Я... Даже не бафая вот этим гибельным проклятием за счет удара просто убиваю. О, смотри, у меня вот это сейчас скелетончик. Пойдет его сейчас. Сожрет. Да? У меня у всех воинов еще электрическое оружие. О, голды забрали. Точненько. Так, ну мы типа уже... А, тут... Ой, на месте. Так, тут 276 у нас. О! У нас еще тут воин есть. У меня... Сюда. Надо будет потом... воина в себе, короче, апнуть. Не знаю, тут... Так, что у меня тут есть еще? Рашнольч. Угу. Это воин с пикой. Не подходит. Темный воитель. У нас что, у нас 16.4, как и воин. А, 12. Не, темный воитель. До... Угу. Стоп. О! Ну да, колдуньи. Колдуньи надо вот. И плюс еще у меня есть костяной. Ага, не могу. Нужно как раз... Вот костяной... Да, кстати, вот тоже вариант с этими души. Может, тут что-то можно будет как-то построить, не знаю, чтобы накапливались эти души. Но тут в постоянной войне надо находиться, чтобы регенились эти души. Но, кстати, вот же ж, как оно там, губительное проклятие или что там? Там есть, нет, там еще есть тоже баф, то, что ты получаешь двойной приток душ за битву. То есть такое ты можешь себе дебафать, короче, противников и получать за это типа плюшки. 16-4, да? Колдунья. У нас призыватель 12-12. Вот, через колдунью пойдем. Значит, все равно через голду. И темный воин. Любому надо. У меня через электричество, то есть электричество, там цепная молния и все такое, тоже неплохо. И дыра может присоединить еще какое-то место, да?
Да. У нас притоком хавчика нормально. Вот это еще купим. Так, абсолютно волса. О, все, отлично. 260. А, не хватает. Копим, короче, себе. Не знаю, очки вот этой херни, короче. Власти, наверное, как он там называется. А, авторитет, все. Купим авторитет и присваиваем себе, короче. 4 гола, 12 душ. Заход мало очень. Да. Но по сути. При одной битве ты тоже где-то настолько же душ получаешь, может даже чуть меньше, даже вот сейчас мини такие битвы и там две души получаешь, это очень мало. Но заклятие в 200 душ, естественно, могут решить ход битвы вообще, если ты у тебя вообще жопа, тебе ты не можешь ничего сделать, то там. Ну, да. Но если у тебя быстрый реген населения, то есть, типа, ну, как один из вариантов. Но можно же, типа, захватывать героев и получать тоже эти, как души, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Не помню точно. В постройке вроде есть. Нет, вон, подземные дознания. А, это знание и стабильность города. А, не, нихера. О, особое улучшение провинции. Умная кузница. Не, ну. Хрен его знает, я еще не разобрался. Ну, темная магия, да, жесткая. Эти проклятия, дебафы очень помогают в игре, очень. То есть там противника сопротивление к урону, и ты такой бьешь, а там вообще... Капелюшечка. Ты и шоп дебафнул его и жахнул его на уже более серьезно. По-другому никак. Паямба. Охраняйте. Ну, в принципе, одна единица населения, блин. Ну, если все. Блин, ну это надо, чтобы один город тупо у тебя в фермах стоял, короче, и фармил, короче, население. Ну. Ну-ка, я так думаю, что типа, ну, фармишь население и отдаешь, короче, это, ну. Плюс еще за авторитет населения при этот. Ну, такое, блин, сложный вопрос. Ой. Сложно, короче, вопрос еще. Ну, блин, если поиграть, надо сыграть одну катку, чтобы понять, что происходит. Я еще пока только разбираюсь с этой игрой. Тут она немножко, ну как немножко, отличается от того, что я играл. Ну, третья часть там вообще, ну, можно юнитов улучшать, усилять там шмотками. А тут, окажется, чисто пассивками. Обелиск маны готов. Ладно. А надо голду копить. У меня там еще пока. Независимых сил. Ага, значит, у нас всего два противника. О, изично будет. Изи. Надо. Вроде бы у нас на своей территории ты, короче, хилишься, да? Стопы. У меня тут я могу присоединить, не? Так, где тут город? Так, дипломатия, да? Это. Интегрировать город. Так, откройте экран. Так, так, короче, будет расти и добывать ресурсы самостоятельно, стремясь к сбалансированному развитию.
Да не, 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 не. Ну да, согласен, если найду все. Но это как... Блин, ну... Это как с этими... Тыва, у тебя, например, в цивилизации так. У тебя один город, тупо идешь в промышленность, и где-то больше промышленных зон, где-то больше хавчика. Но по сути там же из-за дорожных сообщений там можешь... обмениваться ресурсами, то есть с одного города, например, ресурс для постройки клепаешь, то есть типа передаешь другому, чтобы тот больше, лучше строился, если у тебя дорога есть. Может, тут такая же самая херня, не знаю, ну посмотрим. Сейчас я сделаю небольшую паузу, буквально минуточку, и я приду. Так, я вернулся. Сейчас, секундочку. О. Так, тут, блин, звук слышал, я уже не помню, что это значит. Походу, подписка, да? Спасибо большое. Надо будет открыть, посмотреть, кто подписался, но спасибо большое. Присоединяешься к нашему маленькому сообществу. Так, требуется указание. Ладно, ты... Иди сюда поближе, будем меняться. Итак. Так, башня магов. У меня тут башня мага склепы. Ага, мана будет расти. Да. Что еще? Ага, второй дом. Второй город, ладно. Что же мы его так? Угу. Призыватель камня. Рыба-торговец. О, рынок. Есть таверна. Естественно. Слушай, 20 к доходу стабильности города. Таверна, естественно. Пусть бухают. Смотрим дальше. Так, башня потока. Угу. Портал. О, это надо. Ах ты, ямы. А, то есть ты... Угу. Где я могу разместить? Угу, с недовольством. Ладно, ты тут будешь. Сюда разместим. Естественно, хавчик. Ну и ждем. Так, я тоже недавно начал играть. Как я понял, тут важны все ресурсы одинаково. Только в случае с тьмой есть еще хоть малейший шанс набрать души, то лучше выбрать души. Я тоже это подумал, короче. Потому что, ну... С душами, да, тут так получается, что единственное набрать души, это кого-то убить или ждать каждый ход, что пока не накопятся. Так у тебя прибыль по другим ресурсам будет стабильно расти. Тут еще есть. Ба.
Вот это я не знаю, конечно, как эффекты от коллекции. Ага. У меня есть еще один. А, глоб. О, блин, забыл. Мы если этот уже присовокупили к себе, то мы можем. Как тут народы, кассалы. У нас еще есть звездный след, которыми мы нейтрально шепчущий камень отдадим. Будем, если что. Ах. А, вот у меня война с кем. Ё-моё. Подожди. Заберу сейчас камень. Надо с ними поговорить, что они вообще. А, тут надо... Ладно. Ты где вообще, ты? Ты где вообще находишься, алё? Так. Аппер, там амфибии, жабы. Ну это не ты. Где-то в заднице, да? Это, а нет, это звездный след. Это еще это мое. Угу. А, в жопу иди, короче. Будем там это. Я тебя на ноль помножу. Радужный клевер. Да? Радужный клевер. А, еще один. Столько отношениям. Угу. Пойдет. Так, и тут у меня что-то есть, да? Что у меня тут? У меня этот... А ну давайте посмотрим, что у него есть. Ух ты! Ух ты! Прикольный. Снаряга. Угу. Волшебные стрелы, венец сопротивления. Лошадь. Стреляет выбранного дружественного воина на 30 еды. Временное здоровье. Больше урона не спланирована атака. Блин, откуда у него столько? Блин, надо героев гасить, чтобы какие-то шмотки получать, я так понял, потому что... Ну такой... Надо его будет качать. Ладно. Будем ему... Пусть стоит, короче, и мы ему будем этот... Набирать воинов. Срок договора истек. Больше... Уже и так интеграция. А, новости переговор об интеграции. Заключив этот договор, империя обретает всю полноту власти над городом. Город утрачивает дипломатический суверенитет. Правитель свободного города становится героем на службе у империи. Все шепчуками... Так, шепчуками будет возвращен. Шикарно. Так. Ты... подожди, не ты. Сколько у меня тут ячеек? Одна ячейка, да? Эти, блин, лучники, короче. Этих лучников надо от них избавиться. Никакие, ну, 9 урон. Тут 10, и то ослабляющий, дебафает. Так, ты. Как отделить? Подожди. Это было же, блин. Ладно. Ну, хорошо. Я уже получил это. Так. Блин, надо будет в следующий раз выбрать какую-то. О! Это кто? Железные сердца. Получить фокусирующие кристаллы. Так, я усердно служу вам ради вас и отправляюсь в дикие земли, уничтожаю ваших врагов. Эухенио становится перед вами на колени, но теперь у меня есть семья, и мои приоритеты несколько изменились. Я постоянно думаю о том, как уберечь своих родных, ваших подданных. Мне довелось видеть свирепость наших врагов, и я боюсь, что защитники нашего королевства не смогут им противостоять. Нам нужны более мощные воины. Эухенио, блин. Всегда хочу назвать его охуенье. Так. Он воин. Награда воин. Награда неизвестный бонус. Тебе стоит перебраться в дыру.
получает наем в дыре. Это немедленно завершает. Ага, темных воителей. Получим воина и неизвестный бонус. А тут у нас прокачаются эти фокусирующий кристалл. Блин, давай выполним это все-таки. Так. Не ты, забыл. Надо, короче, все-таки. Вот. А ты дай мне воинов, короче. И они перейдут сюда. Так. И у меня получается 540, 2, 3, 3 в ближнем. И, ну, угу, так пойдем. Тут 300. Так. О, еще один мах. Мах. Иди нах. Шейки, шейки. Так. Иди сюда, короче, ты нам нужен выхиленный. Так, ты идешь сюда. Блин, ну с душами, конечно, да. 26 душ, и чтобы так на два заклинания, на каких-то слабеньких. Вот эти, конечно, големы костяные бьют, и плюс еще выхиливаются. Это неплохо. О, вот сюда надо. 295. Краш мародер. Подождял. Сейчас мы все сделаем. Забирай себе. 25 ходов. Та ты шо? Вот. Астральная кровь. Кровь, текущая в жилах выбранного народа, наполняется волшебством, дающим следующие способности. Способность гармония, удача, повышающая вероятность критического удара при использовании заклинаний. А? А? Круто? Так. Это этим. Не, ну лучников, мне будет магии только разве шо. Я вот так вот все. Вот это вкусное заклинание. Клепы завершены, да? У нас тут есть еще. Нам еще башня мага, да? Палата возвращения. 5 доход у авторитета. Это тоже неплохо. Но мне нужно знание, чтобы побыстрее качалось тоже. Потом еще особое улучшение провинций. Темная кузница. Ах. Заклинания, ожидающие. Да. Мне не с кого создать костяного голема. Так. Смотрим. Так, клепаем пленители души. Чары для воинов. У меня как раз маги есть. Наложить чары. У меня еще там вот эти пикси или как вот, феи. Я уже забыл, что они у меня есть. Ладно. Так, тут герой какой-то чей-то, да? Это мой. А, не вы. А это, блин, мои разведчики точно, они там бегают, карту разведают очень долго. Пусть так и будет, пусть там лазят. Все равно их там никто не трогает. Так, голду мне собирают.
Так. Я бы, конечно, костяного голема в этот усилил, но никак не получится. Так, идем, жахнем вот сюда. Так, что мы сделаем? Ды. Еще один мах. Приходит. Да. Так, у него. Ау. Смотри, у меня апнутый мах и обычный мах. Ну, тут, конечно. Ну-ка, можно его... Как-то... Боевой мах такой. А если такой? Это чародейка и колдунья. Ладно, это тот... Блин. Ладно, пусть будет, но я его продам нахрен. Лучше, конечно, свои воины, чтобы были. Лучники тоже бесят. Этих воинов еще зарядим нашего этого. Второго героя. И он будет... О, темный проход. Он будет собирать вот эти всякие полезные штуки. Так. Стоять. Торговое предложение. Да ладно. Да неужели? Колдовская связь. Подожди. Что нам дает вообще колдовская связь? Уважение, баланс продажи. Подожди. Сорян, смс-очка. Предлагают сетевую на маленькой карточке в эту поиграть. Так, принимаем союз. Колдовская связь. Ладно. Обмен состоялся. Нейтральная, хорошо. В принципе, потому что я никого не трогал, они видят, где я нахожусь, и я вижу, где они находятся. Такое. Но у нас, видите, уже... Ну, тоже, кстати, он разросся неплохо. Ничего. Мы захватим всех. Фух. Так, блин, сколько там времени про... Ну да, неплохо так 3 часика погоняли. Сохранюсь. Думаю, уже... Блин, давайте так. Я завтра... Блин, завтра мне во вторую смену идти работать. На 2 часа, то я 12 часов должен отхерачить. Так что я предлагаю так. Я где-то... может, с утра еще отпалю на часик на 2, если получится. И мы с вами еще посидим и позалипаем в эту игру. А если нет, то, скорее всего, это будет во вторник, вряд ли, может, в среду. Во вторник не получится, как я в 2 часа приду ночью. Надо будет поспать, еще отдохнуть. Ладно, короче. Спасибо, что были со мной. И до встречи. Постараюсь завтра, если нет, то в среду. Все, счастливо, пока.